Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной магазин, где ночью продают алкоголь. Сейчас мы туда зайдем. Увидите, что стоит уже полно народу. Дверь в него практически не закрывается. Время 10 минут 12-го. Уже больше часа, как продажа алкоголя запрещена. Однако это никого не останавливает. Поэтому предлагаю зайти внутрь, там уже работают сотрудники полиции, мы сообщили им об этом. Посмотрим, что там происходит. Как видите, все идет работа. Включай.